Станице Северской прошло траурно-торжественное мероприятие в память о Сталинградской битве и к столетию со дня рождения героя Советского Союза Семена Григорьевича Соболя. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, работники отрасли культуры и образования, руководство района и Северского сельского поселения, а также родственники Семена Соболя. Наша с вами задача не просто помнить и вспоминать, а не дать забыть истину этих дней. Ведь люди, которые отдавали свою жизнь, люди, которые проявляли чудеса силы духа и доблести, которые стояли за каждый сантиметр своей земли, понимая, что они теряют, они ведь живут в нас, в наших сердцах. Трудно переоценить подвиг советских воинов в битве под Сталинградом. С этого момента в войне наступил коренной перелом. Одна из самых крупных стратегических операций пошатнула уверенность немецкого вермахта в исходе войны. Поколение победителей сделало все, чтобы мы, их дети, внуки и правнуки, жили под мирным небом, растили детей, трудились и созидали на благо родной Кубани и всей России. Низкий поклон ветеранам. Вы ярчайший пример крепости духа, стойкости, мужества и истинного патриотизма. От всего сердца желаю, дорогие земляки, всем крепкого здоровья, благополучия, конечно же, мирного неба. Слава великому народу, народу-победителю. Закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику героя Советского Союза Семену Григорьевичу Соболю.